Прикинь, Димаш придет на урок. А что буду к нему говорить, что делать? Учить петь. Учить петь? А он же все поет. Он уже так поет, уже все уже. Он уже будет мою работу делать. Что, буду сейчас Димаш видео делать, да? Давай. Долго уже не делал? Сколько уже, наверное? Очень долго. Очень рады будут там все. Думаешь, будут рады все, да? А вот он будет же обсырать меня, что я по-русски так плохо разговариваю. Много комментариев, которые говорят, как я могла забыть родной язык. Я родилась в Германии, как я могу забыть? Это не мой родной язык, но я там же не жила и уехала. Люди думают, что я там жила, уехала из России и забыла родной язык. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня опять долго не смотрели, не видели Димаш видео. Я буду по-английски и по-русски. Давно не слышала эту песню. Beautiful head voice, very airy, very crisp. You could hear every nuance in his voice. And now comes that switch down into vocal fry, into very low vocal fry. Wow. Strong, powerful head voice. Я, конечно, люблю этот микс, и если я смотрю на Димаша, он, конечно, красивый мужчина. Я говорю, а ты бы могла с таким мужчином, если он бы рядом так спел, а ты самой вокальный учитель, тебе бы стыдно не было? За что стыдно? А бы ты не стеснялась, если вот, прикинь, Димаш придет на урок. А что буду к нему говорить, что делать? Учить петь. Учить петь? А он же все поет. Он уже так поет, уже все уже. Он уже будет мою работу делать. Was a little joke. Кого хочешь научить, да? Что? Кого хочешь научить. Да. Кого хочет научить. Он меня научит. Я так буду так петь, как он. Давай. Я буду стесняться, так рядом будет такой мужчина красивый, так петь. Я так петь, я так не могу работать. Не приходи. Как там вообще не? Я даже стоп сделала, потому что это огромная нота, которую он взял, это просто, я не знаю, как люди вообще еще сидят. Еще все сидят там спокойно и кушают, блин. Такого не бывает, я не понимаю. Это русская публика, я не понимаю, почему все еще сидят. Ну, конечно, это high note. Да, такой, ну, что ты хотела сказать, забыла это.
Я не знаю, что вам сказать, я просто хочу сказать, что я никогда не верю, что он лайв поет, и потом я знаю, что он лайв поет, и просто верить не могу. Может быть, верить не хочу, потому что количество такого пения, я, наверное, такого не слышала. Вокальные учители туда или сюда, но это он не в Дубае так пел, я просто верить не могу, что так может один такой человек молодой так круто петь. И так вот такой микс, и такой chest voice, head voice, mix voice, просто все внутри. Это гимнастика невероятная, конечно, и просто, ух, я бы не знаю, я бы очень сильно хотела Димаша увидеть, он был вот здесь в Германии, в это время меня, конечно, не было вот здесь, то жалко. Ну, еще шансы будет, Люда, да, скажи? Шансы будет Димаша посмотреть? Спит. Что, спишь, Люсь? А, я с тобой, да. Думаешь, еще будет шанс на Димушу посмотреть? Где посмотреть? Ну, посмотреть лайв. А где он выступает? Что? А где он будет выступать? Не знаю, где он будет выступать. Напишите вам, пожалуйста, в комментариях, где он будет выступать. So, my friends, we're done with the reaction. It was obviously more in Russian than it was in English. My mother is here visiting me, she has birthday, so I wanted to include a little bit of her in the background so the video could be a little bit more fun and not always so analytic, and you know, but you know, I love reacting to Dimash. It was a blessing, and there is one main point that I said in the end is I can't believe that he is singing live. I know he's singing live, but I just can't believe it, and obviously I'm over 10 years of voice teacher, I studied voice, and it's just tremendous, you know, sometimes you see voices like his voice and you just can't believe, and you think, wow, this is so incredibly good, it is so artistic, it has the whole package, and this is what it's important, because sometimes you're just a good singer, but here it's the whole package, and I'm shook by every high note he's smashing, and the diversity of his singing is just incredible. So let me know in the comment section what you want to see next. Can't wait to see another video of Dimash, because I haven't been there for such a long time and I would love it. So don't forget, now we have a Dimash playlist. If you're not watching this playlist, I don't know what's wrong with you. Go and watch this playlist. Come on. Don't forget, give it a like and a thumbs up. Mwah!